Всем привет! Вы на канале Game Julia. Нужен необычный подарок? Классная коробочка в виде торта с конфетами. Отличный вариант упаковки на любой праздник. Возьму 3 листа картона. Мой тортик будет бело-розовым. Самый темный лист нужен для основания коробочки. Циркулем радиусом в 5,5 см провожу окружность. Вырезаю картон по линии, это будет донце. Если нужно сделать донце более плотным, склейте 2 листа вместе. Пока отложу этот кружочек в сторону. Из белого картона вырезаю 2 полоски. В широкой полоске отмечаю 1 см от края. По меткам проведу линию для будущих клапанов. До намеченной черты делаю надрезы ножницами, примерно по 1 сантиметру. С такими клапанами хорошо выложится круг, ведь тортик у меня будет круглым. Отгибаю клапаны. Можно предварительно сделать на картоне беговку, чтобы лучше сгибался. Сворачиваю картон по краю, закрепляю клеем. Придется немножко подержать. Подравниваю клапаны. Наношу клей по всем, чтобы хорошо приклеилось. Устанавливаю основу коробки на донце. Нужно следить, чтобы приклеилось все ровно, без смещений. Думаю, нужно закрыть донце. Мне не нравится, что там видны клапаны. Измерю диаметр тортика и вырежу еще один кружочек из темного картона. Теперь значительно лучше. Займусь крышкой тортика. Узкую полоску картона размечу также и сделаю на ней клапаны. Надрезаю картон через сантиметр. Когда клапаны прорезаны, из розового картона или бумаги придумаю украшение. У меня это будет розовая помадка на тортике с красивыми потеками. Вырезаю. Ну, как-то так получилось, но можно, конечно, и пореже сделать. Приклеиваю полоску ровно до начала клапанов. Снова их отгибаю. А теперь примерим. Ну что ж, идеально подошла. Склеиваю полоску с помадкой прямо по основной коробке, чтобы все было ровно. Я чуть-чуть подправила срез помадки, чтобы стыка не было видно. Теперь из розового картона нужно сделать верх тортика. Клей наношу на клапаны и приклеиваю к картонному листу. Придется немножко подержать. Когда клей схватился, обрежу его по краю. Крышка готова. Еще раз примеряю. Идеально! Немножко декора. Тонкой розовой полоской бумаги украшу основание. Это будет такая кремовая полосочка на моем торте. Из бумаги желтого цвета я сделаю свечи, но можно их сделать, конечно, разноцветными. Скручиваю бумагу трубочкой. Кончик немножко подклею, чтобы свечка не развернулась. Ножницами обрежу бумагу до нужной длины. У меня свечки получились по 6 сантиметров. Оранжевую полоску сложу несколько раз, чтобы вырезать из нее язычки пламени для свечек. Их можно сделать и из красной бумаги. Вырезаю детали. У меня получились сразу все 3. Немножко клея. И приклеиваю к свечке. Если у вас есть горячий клей, то это будет еще проще, не нужно ждать. Свечки устанавливаю на тортик. У меня будет 3 штучки. Но можно сделать свечей сколько захотите, если вы дарите торт на день рождения. А если это будет просто подарок, думаю, 3 вполне достаточно. К
Кстати, такая упаковка в виде тортика с конфетами отлично подойдет для подарка маме на День матери, который, кстати, в этом году будет 24 ноября. Свечек на тортике мне показалось как-то маловато для украшения. И я думаю, нужно добавить на верхушку торта розочки. У меня есть вот такая белая гофрированная бумага. Вырезаю кусочек. Нарежу тонкие полосочки, тянущиеся по длине. Складываю бумагу уголком. Еще один сгиб, а затем поворот. Отгибаю назад, что-то вроде обертки от конфетки получается. И снова сгиб вниз и поворот. Так я соберу по длине всю полосочку. Бумага закручивается колечком. Теперь собираю, скручиваю всю ленточку. Чтобы она не разворачивалась, буду подклеивать ее клеем. Получается маленький белый бутончик розы. Я сделала целых 6 штук розочек, и сейчас их просто приклею к верхушке коробки. Капелька горячего клея и сажаю розочку на место. Я расположу бутончики, чуть-чуть отступив от края коробки. Можно сделать больше розочек или меньше, тут все дело вкуса. Еще тортик можно украсить надписью на крышке. Например, «Поздравляю» или «С днем рождения». Все зависит от торжества. Поглядим, что внутри моего тортика. Конечно же, это конфеты. Я положила внутрь разные конфетки, но будет классно, даже если вы заполните коробку одним видом конфет. И, кстати, внутри еще достаточно места, чтобы положить маленький подарок. Думаю, такой милый подарок обязательно оценят. Кстати, можно использовать тортик-упаковку и как шкатулку для украшений. Я думаю, что все девчонки любят такие необычные шкатулки для мелочей. Поэтому эта упаковка обязательно пригодится. Необычный бумажный тортик – прикольная упаковка для сладкого подарка на любой праздник. Понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч на канале Game Julia!